качестве одной маленькой пьески мы сыграем одну из самых любимых вещей, которые тоже не относятся к музыке танго, поскольку мы не только играем не только танго, но и многое другое. И эту пьесу я не буду объявлять, так как с пьесой Вельчокова, я думаю, что мы почувствуем, знаете вы эту пьесу или нет. Thank you.